Что я сделала? Зеленский отписался от жены Мартиросяна в Инстаграм. Поклонники Жанны предположили, что теперь президент Украины подписался на Леди Кабу. Несмотря на более чем серьезный пост бывшего юмориста Владимира Зеленского на Украине, его российские коллеги, кажется, не особенно всерьез воспринимают ни его новую работу, ни его самого высокой должности. Время от времени они выкладывают забавные архивные ролики с распуском Рады, пророческими кадрами, которые явно дают понять, у Зеленского большие перспективы политики. Вот и для супруги Гарика Мартиросяна, Жанны, которая в общем пошутить не прочь, в том числе и над своим собственным мужем, новости, связанные с Зеленским, становятся большой неожиданностью. На вот публикации на своей странице в Инстаграм она поделилась своим искренним недоумением. Примерно месяц назад мои любознательные подписчики сообщили мне, что президент Украины Владимир Александрович Зеленский подписан на меня. Сегодня мои наблюдательные подписчики написали, что он подписался от меня. У меня в связи с этим всего два вопроса. Что я сделала, что президент Украины подписался на меня? А самое главное, что я сделала, что он от меня отписался? Пишет остроумная Жанна Мартиросяна. На Гагу подписался, наверное, предположил один из комментаторов. Конечно, многие серьезно начали обсуждать о том, что власть у меня не будет, но то ли еще будет. Один из подписчиков предположил нестандартный выход из ситуации. Говорите вашему мужу подписаться на его жену. Может, тогда наладится, пишет комментатор. Президент Украины Владимир Зеленский подписался от жены юмориста Гарика Мартиросяна Жанны в Инстаграм. Супруга комика не думает, почему это произошло. Подписчики выдвинули ряд версий о причинах поступка Зеленского. Отписывается потихоньку от граждан Российской Федерации. На Гагу подписался, наверное. Власть меняет людей. Меньше за сутки после публикации Мартиросян набрал более 26 тысяч лайков и около 650 комментариев. 43-летняя Жанна Мартиросяна публиковала снимок без одежды. Супруга комика примерно минималистичный купальник. Гарик Мартиросян уже более 20 лет женат на Жанне. Супруга знаменитого артиста старается держаться подальше от сцены и наматывает глаз представителей прессы. Однако и у нее есть своя аудитория в социальных сетях. Жанна Мартиросян выпустила книгу «Дневник жены юмориста», после прочтения которой одна из поклонниц разошлась в школе после операции. В своем инстаграме Жанна тоже в основном любила небольшие юмористические рисунки, и на этот раз она решила сопроводить пост в карту снимка. Она выложила фото из раздевалки на пляже, где она стоит, прикрывшись объемной яркой сумкой. Из-за этого создается впечатление, что супруга комика позирует без одежды. Вот так выйдешь из раздевалки на пляж. С одной стороны купальник надела, с другой стороны только сумку. Пошутила Мартиросян. Поклонники отметили, что жена прекрасно выглядит. Они сделали комплименты для стройной фигуры и ровного загара. Жена Мартиросяна проиронизировала тему правильного питания. Супруга юмориста опубликовала забавную зарисовку о своем походе в ресторан с подругой. Сегодня в своем блоге жена опубликовала забавный пост о ограничении питания. Моя подруга сыроед пригласила меня в ее любимый ресторан. Мы отлично посидели, поливали воду, попили водицы, что мы не едем и в карту порой находим.
всем поддерживает мужа юриста. Первая дочь у пары родилась в конце лета 2004 года. Девочку назвали Жасмин. Сын Мартиросяна появился в октябре 2009 года. Его зовут Даниэль. Вместе с супругом и детьми Жанна часто летает в Сочи и Ереван. Там они проведывают родственников и отдыхают от Москвы. Свекровь и Ирина всегда помогали с внуками, особенно когда дети были маленькими. Бабушки рады приезду внукам в гости, встречают их с накрытым столом и скучают, когда те долго не приезжают. В 2014 году умер отец Жанны. Женщина, которая находилась на сумке в шоу, поддерживала мужа. Она знала, что папа лежит в больнице. Однако тот уверял дочь, что его здоровье все в порядке. Скоро его отпустят домой. Новость о смерти близкого человека вернула ее в шок. Тот же вечер Мартиросяна отправилась в Сочи. Сейчас, в ноябре 2018 года, Жанна и Гарик Мартиросяна как гости участвовали в программе на Первом канале «Вечерний Ургант». При встрече с Иваном женщина поведала телезрителям написание своей книги. В ней рассказана история о жизни женщины. Много веселых моментов, некоторые выдуманы, а другие правдивы. Выпустив собственное издание, жена решила ради удовольствия, поскольку эфир пара заявила, что все выручены из программы и средства будут переданы на благотворительность. Сейчас Жанна ведет активную жизнь. Женщина много времени уделяет детям, часто посещает супругу мероприятия, любит устраивать праздники и сюрпризы близким людям. Также она делится семейными и личными фото с подписчиками в Инстаграме. В Твиттере страницу не ведет. Хотя Эльмина Мартиросяна не балует подписчиков снимками, купальниками и не афиширует рост и вес, и стройные фигуры. И так видно увлекающих на них в коротких платьях. 42-летняя Жанна Левина Мартиросян отдыхала этим летом в Италии. Супруга 45-летнего шоумена Гарика Мартиросяна показала, как прошел один ее день и без европейских каникул. Она опубликовала серию снимков и видео, на которых запечатлена стильным образом. Жена резидента Comedy Club собрала волосы в низкий хвост. Она наполнила образ массивными золотистыми серьгами. По макияжу акцент был смещен на натуральную красоту Жанны. А я иду, шагаю не по Москве, и еще выйти с ногу. Вспомнила о Москве, написала супруга Гарика в Инстаграме. Поклонники сделали комплименты ее летнему образу. Шикарные фотки, огонь. Мне нравятся ваши наряды. Вообще, вы классные. О, я тоже такие платья люблю. Клёш от шмели. Мне можно спокойно кушать. Жанна, обалденная получилась фотосессия. Платья и обувь просто так. Пишут фанаты. Жена популярного российского шоумена Гарика Мартиросяна немного рассказала своим подписчикам в Инстаграм о личном и выложила новые фото. Прошлым летом муж пообещал, если все будет хорошо, купить мне новую машину. Вот стою я возле моей одногодки и думаю, что я сделала не так. Когда это я волну переселила, подписала фото Лена. Пост набрал более 9000 отметок «Нравится». Подписчики буквально завалили Лену комментариями. Только не долму, а толму, поправил Лену пользователь Инстаграма. Жанна, вы такая шкодная, написал один из пользователей. Вышла замуж, ответил другой. Нашлись и ценители ее юмора, отметившие, что такое хотели бы иметь, и мою подружку тоже. Отметим, что Лена только не знает про армянские традиционные блюда, толму, а умеет ее готовить и искусно заворачивать, как подобает армянской домохозяйке. Она даже выкладывает свою инстаграм